Олег, у тебя очень красивая форма. Да. Ты ниже снимай. А что ниже? Ниже, ниже пуза. Один сплошной кубик пресса. Вот, кубик пресса, да. А слушай, ты один из самых, как сказать, молодых игроков Тифл. Да, я недавно вот заполнял зимой протоколы, там, 2005-2004 год. Вот ты и сегодня, то, что, это уж получается 2004, у тебя хрен знает какой чемпионат Пифл. Ну, 20 лет. Ну и как тебе стартовый матч? Соперник произвел неплохое впечатление. Ну, как бы мы, выполняя установку тренера, забили быстрые два гола, чтобы тренер мог свободно дальше ротацию состава. Потом пропустили сразу с пенальти. Ну, это уже такой несчастный случай. Вот, ну, как всегда, Пифл держит свой уровень, все прекрасно, молодые ребята играют, на хороших скоростях, в принципе, такая достойная конкуренция чемпионата города. А что тебе, тебе понравилось, как ты сыграл? Вот. Наверное, нет, потому что еще далеко не оптимальные кондиции, прямо скажем. Вот, ну, боли в спине по-прежнему, ну и лишний вес, естественно, надо все приводить в себя в форму, поэтому, надеюсь, будет лучше. Ну а как ты считаешь, вот ты сказал, хороший соперник, вот про соперника, потому что мы наверху сидели в здании, обсуждали формулу, нам понравилась формула, хотя, несмотря на счет, вот как тебе формула? Ну, пытались комбинировать они, да, не прессинг играли, в принципе, быстрый розыгрыш пытались, плюс индивидуальное мастерство в какой-то момент проявляли, вполне достойный соперник, я же говорю, мне очень понравились. А как тебе мы? Ну, мы всегда лучшие. Нет, ну, кроме шуток, у нас обновился состав, подтянулись несколько новых ребят. Появится сыгранность, потенциал у команды хороший, и я думаю, что вполне по силам побороться за медаль. А у тебя была установка забить гол сегодня? Нет, у меня была установка сегодня не привести, как обычно. А ты не получил сегодня желтую карту. Да, кстати, что удивительно. Что удивительно вообще. Хотя по ноге. Хотя по ноге человеку пригрел. Ну там так, на коробочку небольшую сделали. Больше, чтобы не пропустить. Там на желтую не тянуло. Ну все, прекрасно.